среду днем в железнодорожном округе остановки «Сбербанк» водитель самосвала, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, подмял под себя 14 метров дорожного ограждения. Металлическая конструкция намоталась на внушительный бампер Исузу, как клубок ниток. 28-летний водитель осматривал повреждения. Смят бампер, части кузова, пробит поддон и поврежден радиатор. Это то, что видно. Сам может двигаться КамАЗ? Нет. Нет? А что повреждено у него? Масло вытекло. Водитель рассказал, что двигался со стороны проспекта 60-летия Октября. Справа от него, с улицы Карла Маркса, на ту же дорогу выезжал водитель минивэна. Шофер Ипсума не пропустил водителя Исузу. Груженный щебнем 30-тонный самосвал перевозчик направил в ограду. Потом говорил, что тормоза были замерзшие, эффективной аварийной остановки не вышло бы. Владелец легкового автомобиля останавливаться не стал. Автоинспекторы ДТП с одним участником оформили. Самосвал эвакуируют с места крушения. Может, туда увезти? Туда. Ну, на безопасность, он туда, где я стою. Туда, ну, чтобы не мешать. Никому, что ты будешь стоять? Подъехавшие сотрудники дорожной службы огласили сумму компенсации за поврежденную конструкцию. Смятый самосвалом 14 метров забора стоит 25 тысяч рублей. В случае страховой эти расходы покрывает полис ОСАГО. А вот самосвал придется чинить за свой счет. Пострадавших в этой аварии нет. Место происшествия Анна Карпова и Павел Рогатин.